Памятник героям Первой русской революции, красным партизанам гражданской войны, а также воинам, павшим в боях за родину Великой Отечественной, находится на старой дороге, ведущей к селу Пластунка. Каждый год на праздник Победы сюда приходят жители села, чтобы поклониться подвигу павших за правое дело. А в мае в населенном пункте будет открыт новый обелиск героям-пластунцам. Сейчас там ведутся строительные работы, но это не значит, что будет забыт тот, который был возведен в прошлом веке. Инициативная группа, вооружившись краской и кисточками, в выходные приводила памятник в надлежащий вид. Эта стела, она раньше была на центральной дороге, так как сейчас дорога перешла вниз, как бы чуть-чуть о ней забыли, но каждый год мы все равно ее приводим в порядок, делаем так называемый косметический ремонт. Ну, как вы видите, мы сейчас все подкрашиваем, подремонтируем, и 9 мая эта стела будет готова для того, чтобы возлагать цветы, венки и помнить о тех победах и о тех людях, которые, к сожалению, скончались на той войне. Виталия Белоглазова воевал дед, дошел до Берлина. Внести свою лепту и отдать дань памяти внук считает своим долгом. В этих акциях все должны принимать участие. Полезное, хорошее дело. И много говорить не буду. Лучше показать делом, чем словами. Молодое поколение также помнит подвиг своих прадедов, знает о них по рассказам родных, которые потом передает своим детям. Таким образом, цепочка памяти не прерывается, и у подножия обелиска всегда лежат живые цветы. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.